детям 60-х, 70-х, 80-х посвящается. Невероятно, но мы выжили. Если вы были ребенком в 60-е, в 70-е или 80-е, оглядываясь назад, трудно поверить, что нам удалось даже до сегодняшнего дня. В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности. Наши кроватки были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами. Мы пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому не могло прийти в голову кататься на велике в шлеме. Ужас. Часами мы мастерили тележки и самокаты из досок и подшипников со свалки. Наш дом 15 этажей. Жил белорус, узбек, еврей, татарин, русский, армянин, и украинец, и грузин. Ходили в гости по утрам, по вечерам и по ночам. Всегда была открыта дверь. Мы жили все в СССР. Остались вы мои друзья. Всегда вы в сердце у меня. Мой дом всегда для вас открыт.